Западные эксперты в ужасе. Боевики ИГИЛ могли создать бомбу нового типа. К такому выводу они пришли после изучения последнего крупного теракта в Багдаде. В начале месяца в районе Эль-Карадо погибли почти 300 человек. Западные эксперты утверждают, что взорвалась какая-то необычная бомба. Ранее такое они не видели. Для теракта боевики ИГИЛ использовали самодельное взрывное устройство, которое было установлено на автомобиле. Вроде ничего необычного. Террористы так делают часто. Но вот порядок расположения взрывчатых веществ в бомбе, да и сочетание ингредиентов просто шокировали экспертов. Они предполагают, что террористы взяли рецепт взрывчатки в интернете и добавили что-то свое. Этот продукт уже называют уникальным и очень страшным.